Мы будем говорить с вами о компании Yol Corp. Это компания с Майами, Соединенных Штатов Америки. На сегодня компания делает уникальную вещь, а именно социальный медиаресурс, социальная сеть. Многие из вас пользуются, или большинство из вас пользуются ежедневно разными социальными сетями, такими как Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Наверняка вам будет ближе эта тема. А те, кто не пользуется, сейчас прекрасный момент начать это дело. Начну с того, чем отличается Yola социальная сеть от других многоуважаемых конкурентных компаний. В первую очередь, Yola платформа написана на блокчейне. Почему это важно? Потому что сегодня много мнений бытует о блокчейне. Кто-то понимает, кто-то не понимает, кто-то поддерживает, не поддерживает. Но в любом случае, я убежден, что все эти люди сойдутся на том, что блокчейн — это супернадежно. Поэтому я думаю, что современная социальная сеть, которая создается, ну, вот сегодня на наших глазах, она просто обязана быть на таком ресурсе, чтобы обеспечить надежность в виде внутри социальной сети. Я знаю, много у меня их знакомых, у которых это вся жизнь. То есть там и все фотографии, и все их данные. И будет, безусловно, очень обидно, если с этого что-то начнет пропадать. Поэтому блокчейн нам в помощь. Второй очень важный момент – это то, что сама платформа имеет очень интересную рейтинговую систему. То есть когда мы с вами выкладываем свой контент, будь это фотография, видео, аудио, вот что угодно, что мы хотим, чем мы хотим поделиться с другими пользователями на платформе, то что интересно, что эта рейтинговая система срабатывает таким образом, что в случае, если ваш контент интересен другим, то он поднимается в топ, он поднимается по рейтингу, и отсюда он начинает стоить уже реальных денег. Почему он начинает стоить реальных денег? Потому что рейтинговая система обращает внимание на количество лайков, постов, репостов. Еще одна интересная модель, интересная оценочная база, а именно Yola Rating Mark. Это оценка рейтинга, разработана специально компанией Yola для того, чтобы оценивать как раз цифровой контент на платформе, которую компания нам предоставляет. Почему это важно? Потому что каждая Yola Rating Mark, которую пользователь ставит, оценивая контент, это $1. То есть если на вашем контенте есть 10 тысяч оценок, считайте, что он стоит 10 тысяч, что система продвигает. Безусловно, становится интересно пользователю делать качественный контент, потому что мы можем его продать, мы начинаем сразу монетизировать свой талант или свои ресурсы. Если нас этот контент оценивают, мы с этого тоже получаем деньги. И что интересно, человек, который оценивает этот контент, он тоже получает деньги. В экосистеме Yola мы этого человека называем продюсер цифрового контента. И в этой профессии я остановлюсь чуть детальнее на тех ролях, которые нам позволяет использовать платформа. Очень интересная роль. Это роль Create в Play Market. И это приложение мы можем с вами установить на свой телефон и уже с помощью контент размещен, наш контент отходит абсолютно без оплаты. Первая роль. Вторая роль, мы можем либо продюсером цифрового контента. Что интересно в этом, это оценку максимум $2. Что нужно, чтобы я получал $2 за то, что я оцениваю контент других людей, это пройти курсы продюсера цифрового контента. Пока все логично. Давайте разбираться с третьей ролью. Третья роль – это возможность создания продюсерского центра. То есть мы можем привлечь своих знакомых, друзей на эту платформу, предложить им тоже оценивать контент, на этом зарабатывать. А мы, так как мы их пригласили на эту платформу, с их оценок будем получать свой процентик. То есть они оценивают, зарабатывают, а мы получаем. Четвертая роль – это роль лидера
сети, лидера международной сети продюсеров YOLO. Для того, чтобы быть продюсером цифрового контента, нужно выбрать для себя одну из подписок, которые компания предлагает. Компания предлагает 6 типов подписок за $100, $300, $1188, $3000, $10000 и $50000. Каждая подписка содержит в себе очень большое количество разных продуктов и услуг компании YOLO, все, что входит в экосистему. И также каждая из этих подписок, она содержит в себе вот эти оценки, с помощью которых мы оцениваем цифровой контент. Соответственно, давайте поиграемся немножко с реальными цифрами. Допустим, я купил пакет на $10000, чтобы было легче считать. У меня 10 тысяч рейтинговых оценок. 10 тысяч рейтинговых оценок я могу оценить и, естественно, получить за это, грубо говоря, $1. Оценив этот контент, я заработал $10000, и компания мне в конце моей подписки, сумму моей подписки возвращает. Итого я заработал $20000. Если я стану учиться и стану, скажем так, входить в рейтинг продюсера, то тогда я могу зарабатывать до $2. То есть у меня 10 тысяч оценок, соответственно, я заработал не $10000, не $20000, а я заработал $30000. Таким образом, внимание, друзья, здесь очень важно понимать, не покидая систему, не приглашая людей, просто работая на платформе YOLO, просто оценивая контент других людей, у нас с вами получается абсолютно удаленное, автономное рабочее место. И мы можем на этом легко и просто зарабатывать. Если вдруг вы решили кому-то об этом рассказать и показать, как можно с YOLO зарабатывать, то тогда включаются еще дополнительные проценты дохода. Это от 5 до 39% компания нам выплачивает за то, что мы реализуем такие подписки внутри системы. Друзья мои, я считаю, что это очень, как минимум, интересно, а как максимум выгода экстра-класса. Поэтому я рекомендую вам обязательно разобраться с материалом, обязательно найти нас, наши соцсети, в Instagram, Facebook, подписаться на нас, знать все новости и следовать нашим онлайн-вебинарам. Заходите на YouTube-канал, у нас там большое количество прекраснейших видео. Находите наши презентации, есть и слайдовые презентации. И желаю вам бессонной ночи сегодня, чтобы вы эту ночь посвятили тому, что разбираетесь, что такое NFT, что такое YOLO и как на этом легко зарабатывать. С вами был Атакар. До встречи во вторник. Всего хорошего. Пока-пока.